Карлес Пучдемон уезжает из Германии, но не принудительно и не в Испанию. Два дня назад, напомню, был отменен европейский ордер на его арест, а уже в пятницу немецкий суд официально закрыл дело об экстрадиции. И это при том, что все уже было готово к высылке. Почему Мадрид передумал и куда теперь направится Пучдемон, расскажет Татьяна Лугунова. Спасибо, но больше не нужно. Экстрадиции Карлеса Пучдемона официальный Мадрид добивался почти 4 месяца. А когда немецкий суд наконец дал добро на выдачу политика, испанцы неожиданно пошли на попятную и отозвали европейский ордер на арест бывшего лидера Каталонии. Решение аннулировать ордер и тем самым отказаться от экстрадиции принял Верховный суд Испании без объяснения причин, но в то же время оставил в силе ордер испанский. То есть Карлес Пучдемон может свободно передвигаться по Европе, но вот на родину, в Испанию, ни ногой. Как только он пересечет границу, будет сразу же арестован. Логика в таком резком развороте официального Мадрида, впрочем, есть. Испания требовала выдачи Пучдемона по статье «Мятеж». Но поскольку в Уголовном кодексе Германии такой нет, немцы согласились экстрадировать его только по обвинению в растрате государственных средств. А это значит, что и в Испании судить Пучдемона после выдачи могли бы только по этой статье. Официальный Мадрид такое не устраивает. Сам Карлес Пучдемон отзыв европейского ордера назвал демонстрацией слабости обвинений в его адрес и сообщил, что в ближайшее время покинет Германию. Уже на следующей неделе бывший лидер Каталонии планирует переехать в Бельгию. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».